шоколадки. Короче, ребят, смотрите. Нацелен на победу, да? Вот лично я выиграл 2 из 3. Я должен выиграть 3 из 3, сделал одну оплошность, надеюсь, больше не сделаю. Не знаю, как вам, мне лично надо выиграть одну из 2. Я сделаю, приложу все силы, чтобы выиграть 3. Прям сейчас, и я тебя буду голосовать в десятке. Ну, нет. Хорошо, спасибо, пас. После команды пас мы не разговариваем. Спасибо, господин Сойко, у вас минута. Сейчас я тебя оформлю. У меня после той игры психостения выставляю 1. У меня 0 из 3. Мне индифферентно. Ну, прям. Я помню, что ты сказал, будучи пятым. Ну, я, конечно, не хочу вот это порно сыграть, но ты плохо поговорил. Ну, ужасно поговорил сказать. Да у меня 2 победы, я еще... Единственное красное, ты сказал, я хочу победы, все. Я, конечно, постараюсь тут себе что-то найти, но ужасно поговорил. Бум. Сказать что-то про фол 9-го. Адекватный фол. Все. Первый ближе к черному пас. Госпожа Эми, минута. Хорошо, спасибо вам за речь. Я две игры заигрывала первого игрока, и первый игрок был черным. На этот раз я первого игрока играть не буду. Вот реально. Я уже не знаю, что мне делать. У меня минус 0,80. Я короче, в тите. Вот, второго игрока к одному выставляю первого игрока на голосование. Ну вот, реально, я так больше не могу. Вот так я не могу так больше. Я уже четвертый раз красную достаю. Вот на этот раз не буду катать первого игрока. Я все время катаю первого игрока, все время проигрываю, все время первые скрываются мне в противовес. Вот, короче, я первого игрока катать не буду. Ну, как сказал второй игрок, там красному только победа мирным. Все. Девятый выкрикнул первому игроку. Ну, я тебе голоснул. Ну, я подумала бы, что 1-9 не в команде. Ну, вот. Катну второго игрока. Мне понравился фул девятого. Ну, спасибо. Спасибо вам, господин Купинася. Минута. Так. Я вот первую игру играл. Я сказал 9 мав, сыграв 4-9. Я, Финик, я тебе не прощу это, понял? То, что у тебя в статусе. Вот правда. Прощать я это не буду. Я предсказал, что в первой игре все черные выиграют. Это оказалось правдой. А, хорошо. Так, первого я не слушал, но я понял, что он говорил мало. Потому что я на 10 секунд отошел, а уже второго речь была. Но он сказал, что первое плохо. 10. Девятый выкрикнул, сказал в десятке, потом его снять надо. Ну ладно. Время. Угу. Игрок номер 5, у вас минута. Доброе утро, город. Смотрите, я думаю, первый начал довольно неплохо, в принципе, открывать стол. И после выигрыка 9 игрока он косанул. Я думаю, если 1-9, точно не вместе черные, если там мав, конечно, есть. Потом второй игрок... Блин, аргумент, конечно, сильный аргумент. Смотрите, второй проснулся, выслал первого игрока, в принципе, сказал, что просто первый ужасно поговорил, и сказал, что один ближе к черному. Третий игрок просыпается, выставляет второго игрока, потому что один здесь не в команде, опять же, это мой аргумент. Типа, ну смотри, что я подумал. Второй довольно неплохо он поговорил, вот, между 1, 2, 3, 2 самый красный, далее 1, и 3 у меня самое черное, потому что речь у него вообще была какая-то невнятная, она проснулась говорить, ну, у меня в прошлых играх играл я один, там один черный, теперь не буду играть один. Мне это не понравилось, скорее третий игрок ближе к черному. Окей, четвертый игрок просто налил воды в речь. Я просто поиграю второго игрока. Вот, без третьего. 3-4 на уровне у меня черная пара. Игрок номер 6, господин Тельтман. Чё подумал? Смотрите, между 1, 2, 3, я думаю, один маф, может быть. И я подозреваю третьего игрока.
третий игрок съела полностью позицию второго игрока, сказала то же самое, что сказал второй игрок, и повторила это еще два раза, чтобы разжевать. Ну, чисто минуту заполнить, от этого третий игрок у меня самый подозрительный. Первый игрок начал свой эмоционал, вы знаете, он начал пытаться задать стол позитива, какой-то бодрости, уверенности, но после выкрика девятого он реально, ну, вот просто взял и пасанул. Зачем? Ладно, я давайте так рискну, вот подумал, 1-2-5 сыграю. Вот что подумал. 3-4 подозреваю. Четвертый игрок ничего не сказал, просто пронес воду. Вот третий игрок я бы заподозревал жестко. Из-за съедания второго позиции. Вот что подумал. Выставляю третьего игрока. Вот. Три принятого. Пятого за аргумент по акцентам. У меня акценты сошли. 10. Пятого сыграл. 1-2-5. Я думаю, такая хорошая команда. Вот. Спасибо, пас. Спасибо вам, госпожа Перли. У вас минута. Так, ладно, напишите сейчас просто, кто посчитал игрока номер 6 красным сейчас. Вот просто напишите сейчас. Я не понимаю, какое он право имеет выставлять игрока через гол. Ну, я не вижу. Зачем активировать было? Просто второй игрок проснулся агрессивно, въехал в первого за то, что там у первого были проблемы с прошлыми играми. Вроде открыть открыл, а вот подумать он вроде не думал, я не знаю. Третья просто проснулась, съела второго, ну... позицию. Сказала, все, 2 точно играю, потому что второго там тоже были проблемы с прошлыми играми. Я не знаю, как так цвета находить. Ну, вот. Шестой, который сказал, 2 сыграю, а, ну, с пятым, а третью выставил. Куда ты третью вставляешь? Ну, не знаю. Третья будет от того подозрительная, то, что 2 быстро съела, а шестой будет подозрительный третий за то, что так сильно. Ну, просто откуда виден цвет третий у шестого игрока, от который прям точно хочет ее заголосовать, но это ж не послушать. Не, я не знаю, что подозреваю, с кем играть, вообще не понимаю. С пятым игроком... Ну, не знаю, пас. Господин Финик, минута. А, тебя не слышно? Алло, меня слышно? Да, у вас минута. Всем привет, говорю. Финик, красная карта. Выставляю кандидатуру игрока номер 4 на голосование. 4 принято. Спасибо большое. Смотрите, я уверен, что четвертый мав речь. Первого не слушал, вот. Понял, что он быстро скипнул речь. Потом такой, я понял, что девятый выкрикнул, что первого в десятке потеряем. Кто-нибудь из 2-3 говорил, что девятый выкрикивал, что первого в десятке потеряем? Ответ нет. Никто не говорил, что девятый выкрикивал именно эту фразу. Вот, поэтому четвертый мав... Нет, я не слышал. Вот. Тем более, это как минимум... Ну, что выкрикнуто... Давайте мы отведем его к врачу, кону, слух поверь. Четвертый маф обязательно, четвертый точно маф после этой фразы. Вот, третий говорил, что в девятый выкрикнул, но не говорил, какую именно фразу он выкрикнул. Четвертый вообще не знал, что девятый выкрикнул, поэтому четвертый обязательно маф в этой игре. Вот. Думаю, девятый может найтись заочно красным, потому что все под него сыграли, где 2-3, ну, реально под него сыграли. Игрок номер 9, господин Элегант, у вас минута. Прямо сейчас все слушайте меня внимательно. Вот, все, слушайте меня, слышите меня все? Плюс чат. Кто меня слышит? Прямо сейчас. Смотрите, шестой. Зачем ты выставил третьего? Ты готов с третьим подняться? Прямо сейчас, ответь мне на вопрос. Ты готов с третьим подняться? Прямо сейчас мне пиши. Ты готов с третьим подняться? Все, выставляй 6. Сейчас с ним попрощались, поняли? Мы просто, ну, пока шестой. Все, в десятке, прямо сейчас. Здесь первый я забайтил, сразу говорю, первый сейчас для меня красный игрок, потому что он скипнул, поняли? Я так уже делал, этот был красный игрок, он сделал все то же самое. Поэтому первый красный, с первым я играю, выставляю 3, выставляю 6, сейчас десятый по-любому будет 3-6 на подъему, что он выставил третьего, третий там, ну, в чат ничего не пишет, что он шестым не хочет вставать, поняли? Все, поэтому 3-6 точно поднимаем, проверяется игрок под номером 8, который говорит, что 4 точно черный, если 8 будет черный, то у нас 4 10. Будет точно красным игроком. Все меня услышали, все меня услышали. Я пока первый у меня будет больше красным, пока я играть никого не буду, кто мне все будет очернять, этого, ну, на следующую руку я проверюсь, по-любому я проверюсь, я буду вас голосовать по очереди. Хорошо, и игрок номер 10, вы закрываете наш стол, у вас минута. Так, сразу хочу спросить, кто хочет попилиться? У меня вопрос к восьмому игроку. Ты хочешь быть красным чеком, допустим? Потому что, скорее всего, по версии игры, которую мы сейчас расправляем, ты будешь красным чеком. Ты готов им быть? Все. Мы пилим 3-6. Ага, 1-8 хочет пилиться. Нет, 1-8. Хорошо, выставляю игрока по номерам 1, выставляю игрока по номерам 8. 8 принято.
Все, 8 хочет попилиться, 8 не хочет быть красным чеком. Скорее всего, чек полетит где-то между 2-3-5, где 5 заиграл 2, акцентированно выбрал, по-моему, выбросил, по-моему, 3. Попилить 3-6 нас... на подъем. С вами потом разберемся. Сейчас 8 хочет попилиться 1-8. Мы сейчас пилим 1-8. Может быть, даже просто 10. Послушаем. Все, пас. Спасибо. Игрок номер 10 закончил свою речь. Прекращаем жестикуляцию в чате. Приходим в зал суда. На голосовании игроки 1, 3, 4, 6, 8, 1, 3, 4, 6, 8 будут голосоваться именно в таком порядке. Во время голосования не придерживайте руки. За непоставленный плюс вы получите фол. 3, 6 пилим, 3, 6 половинами поднимаем. Пилим 1, 8, кто сломает, идет. Фолы будут розданы сразу после голосования. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер один? Раз, два, стоп. Секунду. Так, я принимаю. Раз, два, три, четыре, пять голосов. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер три? Раз, два. Стоп, я принимаю 0 голосов. Кто за то, чтобы игрок стал покинул игрок номер 4? Раз, два. Стоп. Кто за то, чтобы игрок стал покинул игрок номер 6? Раз, два. Стоп. И докиньте руки в игрока номер 8, не придерживая. Автокатастрофа между игроками 1-8. Игрок номер 1, 30 секунд, время пошло. У меня чуть сердечко не ёкнуло сейчас, что происходило. Крой, слышь, что? Финик, а ты что, взял режим Такаши или что? Я с тобой играю третью игру, ты кого-то на нуле называешь мапом и прям с ним рубишься. Я просто этого не понимаю. И почему решил стать со мной? Ну, ладно. Слушай, я просто назвал бы тебя красным, потому что ты красный бы, если при условии то, что в прошлой игре ты также рубился и ушел на черном, поэтому я удивился. Ладно, пока тебя сильно не подозреваю, странно. Элеганты мысли понравились. Я прочитал его на красном, давайте элеганта не чекать. Не надо чек в элеганта кидать. Хотя, если можете кинуть, он распилит в любом случае стол. Посчитал отдельно игроками, ну, Кубинас не могу сказать. Смотри. Ладно, я посчитал, что Сойка красная. Мя? То, что нет у меня. Игрок номер 8, 30 секунд. Смотрите, я очень сильно хотел попила в девятке, то проверять шрифт только игрока номер 8. Возможно, другой шрифт скроется, когда уже другие вопросы будут. Но если единственный шрифт будет с проверкой 8 красный, это будет отлично. Мы посидим, я хочу попила в девятке, никаких подъемов. Девятый обязательно попилится на подъем в этой игре. Это не обсуждается. Вот. С кем я скажу? Девятый точно пилится, вот. Скорее, с четвертым. И с кем-нибудь между 6-7. Между... Да. На переголосование у нас 1-8, 1-8. Кто за то, чтобы игрой стал таким игрок номер 1? Раз, два, стоп. Я принимаю 5 голосов. Докиньте руки игрока номер 8, не придерживая. Угу. Вопросы поднять. И кто за то, чтобы игроки 1-8 покинули на стол? Поставьте плюс в чат. Раз, два, три. Стоп. 0 голосов, этого недостаточно. Уходим в ночь. Мирный город спит, не спит только мафия. Она достает свои револьверы и проходит мимо игроков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мафия сделала свой выбор. Мафия удаляется, просыпается дон игры. Дон игры делает свою проверку. Дон игру удаляет, просыпается комиссар игры, комиссар игры делает свою проверку. Комиссар игры удаляется, мирный город просыпается, но просыпаются не все. Хочу напомнить, что до объявления лучшего хода мы ничего не пишем, не печатаем чат, сообщение, касающееся лучшего хода, наказывается фолом, влияние на лучший ход, поднятие. Игрок номер
9. Господин Аликант, у вас есть минута, и правильный лучший ход за 2. Пауза, пожалуйста, 30 секунд. Паузу можно, пожалуйста? Я слышу? Да, вас слышно. У вас минуты права, бегуш ход за вами. Лучший ход, правильно? Стрельнули все-таки меня, да, слабаки. Смотрите, Кубинаса. Восьмого красным считаю. 4, 2, 4, 10. Я не сказал, что я попал точно в тройку, я не сказал, что я попал вообще в черного, поняли? Здесь не попал, дружище, ты пилишь очень плохо, мы сказали 3-6 точно нужно поднимать, 6 точно считает 3-го, черный 3-й не против подниматься 6-м игроком, ты просто так пилишь кругов 1-4, когда я под свой ответ сказал, что 1 будет красный, понял меня, дружище? Прямо сейчас будут с тобой прощаться игроки, понял? 10-й. Я думаю, что сейчас нужно терять второго. 10. Прям сейчас второго. Потеряли. Все третий игрок сейчас будет так же плакать на речи. Говорит, выпала красная карта, что-то там, что-то еще. Потеряли мы третьего игрока. Слышали себя? Игрок номер 9 больше не участвует в нашей игре. У нас техническая пауза. Не, ну шок на самом деле, что у нас тренился, получается, 9-й. У меня пока что... У меня ввязалось 2, 4, 5, 9. Где-то там тройка была, на самом деле. Для меня, по крайней мере. Как-то не по-мавски побазарили. Очень по-мавски. Ну, 9 не попал. 2, 4, 5 у меня пока остаток. 8 красный чек у нас. Скорее всего, сейчас... Хотя, может быть, он так побазарил, что у него не кидали бы чек. Так, ждать мы больше не можем. Если игрок номер 5 не вернется до конца игрового дня, голосования не будет. Вот. А, даже так. Все, игрок номер 2, у вас минута. Выставляю 4. Нет. Так, почему 4? Я вместе с 5-м заподозревал 3-ю. Насчет цвета 1-го я не уверен. Но я подозреваю 3, потому что легко было сказать 2-й красный. По идее ничего не сказать. Вот. Все. Голосование только 4. Я шериф, у меня проверенный красный есть. Неважно кто. Подозреваю 10-го, застрел 9-го. Ну, глупость просто какая-то. Проверенный красный. Не знаю кто. Ну, 4-5 не вместе, мав 4. Есть такой же подозрительный 6 и 10. И, наверное, ответ ближе красный. Ну просто первым я называю красным. За что? Вся речь на попили, наверное, сойка красный, и все. Пас. И вам пас, игрок номер 3, минута. Хорошо, спасибо вам за речь. Вставляю игроков номер 6 на голосование. Смотрите, почему 6 игрока вставляешь, 6 игрок в своей речи встает, говорит. Ну, смотрите. Ну, 1-2 я скатаю, где 5 игрок прям песочит меня. Ну, потом говорю, ну, 1-2-5 скатаю, ну, 1-2-5 скатаю. Ну, то есть игрок под номером 6 мне не кажется красным игроком. Я даже сказала, что я подумала, типа, анализировала его речь. Потому что, ну, ладно, поднимусь третьим, ну, поднимусь 6 игроком. Вот, игрок под номером 2, вы сейчас обращайтесь ко мне, говорите, ну, игрок под номером, кстати, игрок под номером 6 тоже сажал речь пятого игрока, где пятый игрок тоже пропесочил меня, вот, я говорю, ну, типа, второго игрока сыграю, первого игрока нет, а что сказал первый игрок? Вы сказали, первый ничего не сказал, а первый что-то сказал вообще? Он проснулся и сказал, ну,
Удачи мирным жителям, все. В принципе, это его речь. В чем мне копаться в этом? Ни в чем. Вот. Я красный игрок за этим столом. Четвертый игрок просыпается, выдает. Не, вообще, я не поняла его позицию. Вот честно, не поняла. Вот. Он плыл на своей речи. Я тут красный сижу за этим столом. Хотите проверку кинуть? Игрок номер 4 минуты. Не, если другой шериф не скроется, буду руинить. Другому шерифу. Правда. Не, я красный. Я считаю, что 2-8 могут быть двойкой. У восьмого аргумента я черный, потому что я сказал, что девятый выкрикнул, сказал, что первого надо десятки терять. Блин. Сейчас чек придумаю, подождите. Так. Че? Один. Крас. Блин, не работает. Есть. Ну, я понимаю. Это мне без разницы, у меня один из трех, у меня все по этому. Время. Игрок номер 5 минут. Так, смотри, как поговорили игроки до меня. Скорее, первый игрок красный, второй игрок комиссар. Смотри, я 1-2 играю. Потом третий игрок подозрительный. Смотри, типа, что делать? У нас девятка. Я подумал, девятка стрелился. Я подумал, от этого же 3-6. Может быть, черный. Скорее, это третий игрок. Ну, 3-6, естественно, черный, потому что они сейчас закусились. Там точно есть черный. Скорее, третий игрок. Окей. Смотри, также, да, короче, у меня аргументы были, их записывал. У меня интернет, у меня полностью свет вырубился, и у меня все стерлось. И для меня это сейчас очень большая проблема, то есть я сейчас, знаете, как на войне без оружия. Что-то типа этого, ну, выставляет 4-4, полный бред пронес на речи, я не знаю. То есть он просто сдался, вот и все. Не знаю, 3-6 надо разбираться, 4 сдался. Просто я подумал, если 4 черные... Есть. А хотя нет, четвертый игрок вообще даже по 2-3 не поговорил. Вот, 3-4 могут спокойно вязаться, я думаю. А второй не шериф. Время. Да, будем думать. Да. Игрок номер 6, минута. Не, ну тут 4 точно сдался на рейсе. Четвертый игрок сказал на свой... Я сдаюсь! Ой! Кубидас выставляет четвертого игрока, выставляет третьего игрока. Смотрите, четвертый игрок сдался. Третий игрок говорит, пытается меня прописочить во втором круге. Сказать, что я тут точно маф. Этого не работает у него аргумент. Чел, ты понимаешь, сказал, что если я маф, то пятый точно красный? Я просто за мои учи не выкрикиваю на речь. Спасибо. Я посчитал, что седьмая может быть не такой красный, который седьмая пытается... Все, что в своей речи сказал, это что-то подозрительное, и все. Единственное то, что она сказала, что что-то подозрительное. Это единственное. Вот я посчитал, что 8 красный, 9 красный, я в 0 посчитал. Я посчитал, что 1, 2, 5 скатал в 0. 1, 2, 5 по игре выходит, что они все красные игроки. Вот что подумал. 10 игрок попилил 1, 8, где он мог попилить 3, 6 на подъем, и все. И проверить 8 игрока. Вот что я подумал. Это 10 игрок может быть тоже подозрительным. Между 7, 10, я думаю, сидит у вас маф. 3, 4, я считаю двойку уверенная. Спасибо, пас. И вам пас, игрок номер 7, минута. Не, ну зачем трезить? Тогда просто писать яро в чате. Да, все, мы 3-6 поднимаем. Шестой говорит, да пилим. Девятый говорит, пилим. Десятый просто взял, не попилил. Ну, проблемы тогда с десятым игроком. Десятый здесь, думаю, черный. А вот ты шестой игрок, который, ну, смысл третий подниматься с каким-то там красным, я не вижу. Ну, зачем? Зачем мне на мафию просто не выходить? Ну, я не вижу аргумента по третий черный. Который второй говорит, то, что третья подозрительная. Ну, я не знаю, третья по эмпатии красная, я думаю. То, что она хотела встать. Я не знаю. Шестого подозреваю до сих пор. Ну, восьмой, который разбился с первым. Кто такой первый, не знаю. Ну, играю со вторым 2-3. 2-3 объединю. Ну, просто третью считаю реально красной. Но десятого подозреваю за то, что распилил не так, как попросил дед. Сначала вроде 3-6, давайте попилим, а потом 1-8 пилим. Чё это? Да. Игрок номер 8, минута. Смотрите, единственный ваш аргумент против десятого игрока, что он попилил 1-8. Так это я давил на него и говорил 1-8 пилить точно. Ну, так значит, игре. Это 8-10 мафы. А я проверенный красный, да. Наверное. Я просто не понял. Вот. Выставляю 4. Поддерживаю. Кубинаса. Если ты красный, вот знаешь песенку «Отпусти, улетай».
ну, пришло самое время отпуститься и улететь, а потом сказать свои цвета нормальные, мы тебя послушаем и сделаем выводы. Вот. Пятый плохо поговорил сейчас, седьмая плохо поговорила сейчас. Про четвертого я молчу. Надо послушать обязательно сейчас десятого и первого. Вот. 10. Ну, я думаю, сейчас по четвертому надо голосовать, потому что этот человек, ну, если он красный, победа он не заслужил вообще. Мария. Мя? Угу. Спасибо, игрок номер 10 минута. Ну, здорово, город. Я так понимаю, скорее всего, дали челчек 8, то, что он его сам себя агитировал. Видите, я попилил 1.8, да, меня надавили. Видите, 3.6, стоит жесткий раноцвет. Я думаю, там есть точно черный. Где склоняюсь я ближе к шестому игроку, что он черный. У меня 5.6 скорее ближе. 3.6 точно черный, почему ты в ноль нас не попилил? Не хотел пилить, я, смотри. Я думал, 3 чек мне, смотри. Если я попилил 1.8, скорее всего, это было бы на поднятие. И чекнулась бы третий игрок. И тогда бы мы 6 просто бы унесли с кайфом. Сейчас мы попилили 1.8, не подняли. Нас 9 человек за столом. Я посчитал 4 красным. Но то, как он сдается, хз. Чем кубинасы ты просто сдаешься? Я думаю, что ты красный. Не знаю почему. Я считаю 7 красным. 4, 7, 10 красные игроки посчитал за этим столом. А мы сейчас 4 просто уносим. У меня 5-6 скорее черные. Выставляю игрока по номерам 6, выставляю игрока по номерам 5. 3. Пас. 5 принято, игрок номер 1 минута. Слышь, Финик, а ты чё так жестко встал за руль, как будто ты правильно красный? Я просто этого не понял. Ты так забыл хау элеганта. Будет и спрашивает цвета. А, да, я этого не заметил. Короче, слышишь что? Ну, тогда ладно, ты мне все равно пока не в поле подозрения. Смотри, у нас шестой собачий с третьим десятым, десятый говорит, а ты шестой. То есть, в теории, просто сейчас носим четвертого, у нас не критика, играем потенциально счет. У меня второй на шерифе идет, значит, надо разбираться в этих цветах плюс-минус. Ты мне, в принципе, пока не знаю. Но если ты красный, проверен, ты мне и так в случае команде не ввязался. Кого ты назвал на нуле черным игроком? Четвертого игрока, да, ты вывязал в нуле? Угу. Надо просто играть в счет, а так вроде бы все пока строится неплохо. Есть. Спасибо, пас. И вам пас, переходим в зал сюда. Пожалуйста, прекратите свою жестикуляцию. У меня почему-то... А, вот, нашла. 4-6-3-5, 4-6-3-5. Будут голосоваться именно в таком порядке. Игрок номер один, вы получите свой фол сразу после голосования. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 4? Раз, два. Стоп, я принимаю. 6 ручек. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 6? Раз, два. Стоп, я принимаю одну ручку. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 3? Раз, два. Стоп, докиньте руки в игрока номер 5, не придерживая. Игрок номер 4, господин Куби, Наса, крайняя. Слышь, это третий игрок. Ты шериф? Я просто шериф еще одного знаю. Угу. Смотрите, я думаю, десятый скрывался. Он говорит, что четыре не было черного. Мне просто кажется, он шериф. Скрылся так. Я не хочу восьмого черным называть. Я же знаю, как Финик играет на мафии. Он пытается какого-то красного вытянуть. Сложно. Смотрите, давайте я так скажу. Я думаю, пятый черный. Между 5-6. Точно маф. Потому что не давит меня сильно. Третий шериф. Проверить 1-7. 1-7 любого. Ну, там, проверь. Все. 5-6. Да. Игрок номер 4 больше не участвует в нашей игре. Угу. Так, хорошо. Мирный город спит, не спит только мафия. Она достает свои револьверы, проходит мимо игроков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мафия сделала свой выбор. Мафия удаляется, просыпается до игры. До игры делала свою проверку.
Зона игры удаляется, просыпается комиссар игры. Комиссар игры делал всю проверку. Комиссар игры удаляется, мирный город просыпается, но просыпаются, к сожалению, не все. Господин Сойка, экране. Что проверила? Ну, я думаю, надо было первого все-таки проверять, и не знаю. Восьмой красный проверен, десятый тоже. Я не знаю, кто между 3-6 мав. Но получается по игре, что первый черный или что. Я просто, maybe кто бы не заметил, что это восьмой линкал. Ну, я ноль цветов в этой игре понял, вот реально. Был девятый, который сказал, второй точно уходит, который назвал десятого точно черным. Он уже как минимум не в те цвета сыграл. Че восьмой говорил? Просто выставление комбинации. Выставил на комбинацию, он сам сдался. Я не знаю, если он ушел красным, это просто... 3-6, не 2 красных. 1-5-7. Спасибо, игрок номер 2 больше не участвует в нашей игре. Игрок номер 3 сегодня в открытом столе. У меня вот такой один вопрос. Кто сказал, что я комиссар? Все меня линкуют в один момент. Третий ты чё, комиссар? Я за красную сижу, такая, чё? Чё? Чё, как пухляк, который не понимает, что происходит, говорит, чё? Чё? Я тоже не поняла. Во-первых, я не шриф, потому что 3-6 хотела подняться. Как вы говорите, что я шриф? Я выставляю 6-го игрока на голосование. 6-й игрок для меня черный за этим столом. Я сначала подумала, я понимаю, что я хочу поднять 6-м игроком, и мне называть шерифом в рофлите или что? Я понять не могу. 6-й игрок сейчас всеми руками уходит. 6-й игрок... У 6-го игрока сейчас 5-й игрок должен был быть точно красным игроком. 6-й игрок не называясь 5-го игрока точно красным игроком. Вот, потому что 5-й игрок пропесочил меня по нулю, а уже потом тоже по нулю пропесочил меня. Вообще со мной команды нет, все меня песочат. Ну, разве что 7-й игрок, все. Игрок номер 5 минут. Так, 8-10 красные чеки. Я красный, 1, так, 3-6, 1 мав. Получается 1, кто-то между 3-6 и 7-й. Получается вот так вот, смотри по остатку. У нас критика, нам нужно в первую очередь разобраться между 3-6. Блин. Ну если между 3-6, типа, не знаю, что вообще 3 скатал? Вставляю 3. Принято. Короче, смотрите, как комиссар сказал, первый мак по игре выходит. 3-6 мав и 7. Вот, моя рука в 7. Моя рука в 7. Ну смотри, если у тебя первый маф выходит, почему ты голосуешь третью, а не первую? Так, смотри, нам нужно сначала разобраться между 3-6. Я не говорю, что голосовать 3-6 будем. Нам надо разобраться 3-6. Пас. Игрок на 6 минут. Я вот сейчас 5-го не понял, который говорит, что между 3-6 есть маф, моя рука пойдет в 7, но один выходит черным, как комиссар сказал. Ну вот, у тебя столько логических ошибок сейчас было в речи, что я вообще не понял. Третий будет играть до конца, меня топить и говорить, что я тут черный игрок. Реально, она вот вообще ничего не будет думать, вот просто заруинит игру красным, если она красная. Ты сам это начал? Я не хочу с тобой общаться, реально, вот просто не выкрикивай на мою речь. Я не понимаю, почему 10-й игрок базару подскрытия, реально, 10-й игрок по базару подскрытия говорит, намекает, что у него 4-й красный чек. Ну вот, я вот этого не понимал. Я выставляю 1, выставляю 5. Если один выходит черным, один сейчас... Ты делаешь вектор в атаке 3-4, а теперь бишь 1-5, с тобой все нормально? Со мной все хорошо. Очень хорошо. Есть. У нас выходит по игре, если один черный выходит по игре, то пятый его сейчас дефол. Ну, тогда 1-5, двойка. Четвертый точно признался мафом, четвертый точно ушел на мафе. Я вот это железно считаю. Мария. Мя. Игрок номер 1. Будьте аккуратно, выстрифала. Игрок номер 7, у вас минута. Так, смотрите, 4-й игрок, уходя, я не знаю, черный ушел он или нет, обиделся он или нет, ну, честно, я не знаю, кто такой 4-й ушел,
ну, от слова прям совсем. Какой счет игры? Я красная. 8 проверенный красный, 10 проверенный красный. Третья с шестым разбежку не будет делать. Ну, я думала, она бы не додумалась до такого. Вот. Что по счету идет? Ну, если четвертый шел нет черным, тогда нот. Получается, какая тьма? Среди 6-5 нот и первый игрок. Пятый проснулся и говорит, один вот у нас по счету мав, но я заголосую третью. Говорит, да, надо разбираться среди 3-6, а я заголосую третью. Ну, я просто не знаю, к чему он говорит среди 3-6 мав, если он уверенно уже знает, то, что третья мав. Просто я же говорю, вот этот тот самый аргумент, когда она такая говорит, выставляю 5, выставляю 6 сейчас на голосование. Так, время. 5 принято, 6 поддержано. Игрок номер 8, минута. Так, смотрите, игрок номер 10. Вас проверили за цвет 7 красный. Вы отвечали за цвет 7 красный. Если вы сейчас проснетесь, скажете, я не уверен в цвете 7 красный, я лично поговорю с вами после игры. Выставляю кандидатуру игрока номер 5, выставляю кандидатуру игрока номер 6 на голосование. Смотрите, 3 и 6 игроки не вместе. Правильно, правильно. Если учитывать тот фактор, что игрок номер 4 ушел игроком красным, 3 и 6 не вместе, у нас тройка мафа за столом, 7 красная, то 1 и 5 вместе игроки черные. По вашей логике. Правильно, игрок номер 10? 3 и 6 не вместе, 5 маф и 1 маф. Я вас послушаю еще. Вот. Дальше будем решать. У нас 7 человек, попила, к сожалению, четверки не будет. Будет сложно угадать, если мы сейчас, ну, правильно выберем два раза подряд. Вот из четвертый красный мышцы. Время. Да, в пятом, либо в шестом голосовал. Игрок номер 10, минута. Поддержано. Время. Игрок номер один, кандидатура пас. Выставляю 5-6. Выставляю 5, выставляю 6. Поддержано. Прекращаем жестикуляцию в чате. Меня слышно не было, ясно. Голосование 6-3-1-5, 6-3-1-5. Я там сказал, что у меня один доездной, и мы проголосуем типа 5. Нет, давайте в 5, все-таки в 5 давайте. Уже с некритика мы в 6-го игрока не руинили игру. Забавно. Фоллы будут розды сразу после голосования. Кто за то, чтобы игры стол покинул группу решать? Раз. Два. Стоп, я принимаю 3 голоса. Кто за то, чтобы игры выставил покемон групп номер 3? Раз, два. Спасибо. Это 0 голосов. Кто за то, чтобы игры выставил покемон групп номер 1? Раз, два. Спасибо. Это 0 голосов. Докиньте руки в игрока номер 5, не придерживая ручек. Игрок номер 5. Господин... крайняя. Так. 3-3 нету. Справа объявление. Так, смотри, почему... Смотри, с кем я мав, получается. Я 3-6 агитировал поднять. Я даже под фул кричал, когда 10-й игрок расписал 1-8, я кричал 3-6 поднять. Типа, ну, реально, о чем вы? Смотри, 4-й черный, просто я не вижусь. Как бы у 6-го не критика, вы запаковали красного. Ну, получается, у вас 4 на черном ушел. Смотрите, жесткий противовес закрыть 6-го игрока.
У него не критика, смотрите, все легко. Смотрите, у него 4-5 мафы. У него один маф за столом. Вы в противовес не снимаете шестого игрока. Шестого игрока, потому что я не вижусь ни с 3, ни с 6, ни с кем я не вижусь. Потому что я хотел 3-6 поднимать. Ой, реально, просто я не знаю. Спасибо. Да, спасибо. Игрок номер 5 больше не участвует в игре. Мирный город спит, не спит только мафия. Она достает свой револьвер и проходит мимо игроков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мафия сделала свой выбор. Мафия удаляется, просыпается Дон игры. Дон игры делает свою проверку. Дон игры удаляется, просыпается комиссар игры. Комиссар игры делает свою проверку. Комиссар игры удаляется, мирный город просыпается. Утро доброе для мирных жителей. Мафия стреляла, мафия не попала. Игрок номер 6, у вас минута. Слушайте, что предлагаю? 1-3 попилить? Игра продолжится, меня в угадайке закроется. Я посчитал, выставляю 1, выставляю 3. Ну, смотри, один, либо мы нет. Сейчас 1 голосуем и в четверке пилим. Давай так. Давай, я предлагаю в 1 закрыть. Первый с 5 коммуницировали, чтобы меня закрыть. Первый считал, что 5-6 есть двойка мафов. Первый игрок кидает с 5 руку в меня. Именно в меня. Третью купили просто. Третий игрок всю игру будет ставить в меня руку. Вот что я подумал. Просто третью купили. Если же 1-3-5 тройка, четвертый игрок сдался на красном игроке, то это было ужасно. Ну вот если так говорить. Я тут просто игрок красный. Вот и все. Сейчас смотри, либо мы голосуем одного и в четверке пилим. Либо же мы двоих пилим и меня в угадайке закрываем. Ну вот я вот так. Я считаю, что седьмая кастом, потому что ей спокойно могла докинуть руку в меня и 3-3 могла выйти. Ну, если четвертый на кастом ходит. Есть. Вот так я подумал. Значит, седьмая от этого красная, значит, у нас было два мафа за столом, но четвертый все-таки на мафе, либо же третий маф. Все. Я руку в один только поставлю в этот круг, и все. Спасибо, пас. Спасибо и вам. Игрок номер 7, минута. Так, ладно, 3-6 точно, ну, не двойка. Это значит 31-5. Просто как шестой говорит, попилить, а там не под слом бы тебе с первым игроком. Просто вот смотрю, что ты поиграл. Ты поиграл 1-2-5, вот, по нулю. Про первого игрока ты молчишь, ты пишешь, что первый игрок у тебя вместе с пятым игроком. Правильно? По нулю ты заиграл 1-2-5. Я вот просто сижу, думаю, если пятый ушел, сказал закрыть игрока номер 6, вот, третья, которая там уже, я не знаю, как нагрязнила, красная, вот за все вот эти свои действия, которые она делает, не знаю, 8-10 красный, я красная, выставляю 1, выставляю 6. Поддержано, принято. Не знаю, третью разворот, ну, тут невозможно. Игрок номер 8, минута. Так, смотрите, послушайте меня сейчас все внимательно. Надо было обязательно пятого голосовать, потому что пятого игрока я посчитал игроком черным. У пятого игрока шестой точно красным должен быть в этой игре, когда шестой игрок сказал, четвертый игрок ушел мафом. Пятого игрока увели, у пятого игрока четвертый ушел мафом, шестой не будет говорить, что у него четвертый игрок его маф ушел мафом, чтобы он ушел в противовес игроку номер 4. Поэтому выставляю кандидатуру игрока номер 3 на голосование, у нее в атаке в игрока номер 6 не может быть ни в какой вселенной. Десятый уверен, что седьмая красная, я думаю, сейчас надо закрывать именно по третьему игроку, потому что шестой игрок, здесь игрок красный, должен быть у пятого игрока. Пятый ушел мафом, сказал закрыть шестого, 5-6 я двойки потенциально не вижу, но если это двойка маф, пусть пока, ну, я не знаю. Либо можем в первое голосовать, потому что 3-6 вместе, первая маф, седьмая, ну, 10-7 раз считает, можем первое голосовать. Но я, ну, типа, смотрите, давайте закроем первого игрока, а потом 3-6 попилим, поднимем. Все. Первое закроем, 3-6 попилим, поднимем. Десятый я заручился 7 раз. Сейчас 3-6 вместе. Игрок номер 10. Так. Не хочешь прямо сейчас попилить 1-6? Или просто хотите класснуть и все? То есть четверки хочешь голоснуть. Сейчас просто один хочешь голоснуть. Четверки попилите. Хорошо, выставляю игрока по номеру 1. Поддержан.
Ну, получается, я за свет 7 ручился. У меня, как я уже говорил, один доездной, между 3-6 последний. Но смотрите, ручки кинули 1-3-5 вместе. 1-3-5 вместе были ручки. Вот. Что подметил каждый, думаю, на этом столе. Сейчас один решили, так один. Спасибо, пас. Спасибо вам, игрок номер один, минута. Слышь, Финик, я просто тебе предлагаю, потому что не знаю, как по счету просто идет. Поэтому посчитал, что я не готов сейчас. Короче, ладно. Надеюсь, ты разобрался в этой игре. Я в этой игре не разобрался. Поэтому ответственность 4-5 обошли на черном, значит, я что-то не понимаю в этой игре. В четверке разберешься. Вставляю один на кандидатуру, спасибо, пас. Спасибо вам, игрок номер 3, минута. Теперь напоминаю, у игрока под номером 6 пятый игрок должен был быть точно красным игроком. Почему? Пятый игрок по нулю просыпается, называет третьего игрока черным, третьего игрока очень подозрительный, насколько помню, тоже выставляет. Игрок под номером 6 просыпается, говорит, ну 1-2 к 1, ну давайте 1-2-5 к 1, вот. Потом, на следующий круг просыпается игрок под номером 6, опять же говорит, опять же пятый игрок не в зоне доступа, так сказать, вставляю игрока под номером 6 на голосование, я буду голосовать в этой игре только по игрока под номером 6, я не буду голосовать другую кандидатуру, я сейчас голосую только игрока под номером 6, 6 игрок, тут точно черный игрок. Он хотел подняться со мной по нулю, где я очень, где я вообще красная. Я отказываюсь от шерифства, я все делаю, я точно красная за этим столом и по действиям, и по всему. Я хотела подняться 6 игроком, после 10 игрок мне не поднял. Сейчас я буду голосовать только в 6 игрока. Если вы красным считаете меня, все, голосуйте в 6. Фол игрок номер 3. Угу. Переходим к голосованию. Пожалуйста, прекратите вещи в чате. На голосование игроки 1-6-3. 1-6-3 будут голосоваться именно в таком порядке. Кто за то, чтобы Crystal покинул игрок номер 1? Раз, два. Стоп. Спасибо, я принимаю 5 голосов. Кто за то, чтобы Crystal покинул игрок номер 6? Раз, два. Стоп. Спасибо, игрок номер один, крайняя. Все, справа, не справа? А, все нормально. Слышь, что, Финик? Ладно, не трогай шестого. Попили 3-7. 3-7 очень удобно сидит, слишком сладко. Она что-то тут рулит, талон, как будто она проверенная. Посмотри за ней. Сила, пас. Спасибо, и вам, игрок номер один. Игрок номер один больше не участвует в нашей игре. Мы уходим в ночь, мирный город спит, не спит только мафия. Достает свои револьверы, проходит мимо игроков. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мафия сделала свой выбор, мафия удаляется, просыпается Дон игры делает свою проверку. Дон игры удаляется, просыпается комиссар игры делает свою проверку. Комиссар игры удаляется, мирный город просыпается, но просыпаются не все, господин Финик, крайняя. Блин, элеганту предайте, он в ноль черных попал. Он сказал, ну, если четвертый красным ушел. Смотрите, третья в этой игре точно пилится, скажет с кем. Вот, третий игрок точно пилится, сама выберет с кем. Это ее ответственность. Десятый сказал седьмой. Ну все, 3-6 попилить, поднять. Вопросов у шестого игрока не должно быть. Десятый сказал седьмой красный. У него, ну все, 3-6 попилить. Третья с шестым хочет, все нормально. Шестой игрок, третья говорит точно черная. Ты, ну если третья красная, а наша власть в твоем цвете, это она виновата за поражение красной команды. Нет, ты. Вот, поэтому 3-6 попилить, поднять, ничего не думай. Третья с шестым хочет. Вот. Десятый сказал седьмой красный. Все, если седьмая черная, мы эту игру вместе все командно проиграли. Все хорошо, мы эту игру хорошо сыграли, мы закрыли пятого игрока. Я думаю, пятый черный ушел. Я думаю, первый точно черный ушел, потому что не сострелов, когда один маф за столом, не может быть, потому что мафу невыгодно не состреливаться. Единственному, когда может быть, попил... Андрей, игрок номер 8 больше не участвует в нашей игре. Игрок номер 7 сегодня вы открываете на стол, у вас минут. Так, выставляю игрока номер 3 на голосование, выставляю игрока номер 3 на голосование. Смотри, ты выставляешь потом 6-го. Я вместе с 6-м кидаю в 3-ю, ты вместе с 3-й кидаешь 6-ю. Надеюсь, ты понял, 10-й игрок. Все, распилили, подняли. Пас.
И вам пас, игрок номер 10, минута. Так, ты выставила 3 или 6 первым? Выставила игрока номером 3? Поддержано. Ага, 3 под первые руки. Выставила игрока номером 6, все. 3-6, 3-6-7, то есть кидают две ручки, получается. И я следующая. 6-3-10, все нормально. Кандидатуры выставлены, спасибо вас. И вам пас, игрок номер 3, у вас 3 фола, кандидатура вам. У нас угадайка, нет? Да, мои 30 секунд. Блин, чё мне звонят? Погодите. Так, поставлю игроков номером 6 на голосование. Я сказала, почему 6 игрок, то чёрный за этим столом. Если 6 игрок красный за этим столом и 7 игрок чёрный, то это победа. Ну, это поражение именно 6 игрока, потому что 6 игрок мне всю речь называл чёрным игроком. Вот. Чё? Я сказала, ты меня, ты со мной хотел стать. Я не прощаю, когда со мной хотят стать. Ну, вот реально. Я ненавижу, когда хотят со мной стать. Спасибо, вот. Спасибо. Игрок номер 6. Я ненавижу стайл, вот эти MC Радость. Меня назвали чёрный, я попилюсь только с ним. Ну, вот знаете, вот эти стили, вот эти я MC Радость, вот так я захотел, вот так и буду, ладно. Не, знаете, будет Тор, если всё-таки 7 будет чёрный в итоге. Победа. Её с победой, реально. Третья просто будет топорный играть. Я бы реально попилю 3-7. Ну, я просто вижу, что я игрок красный, ну... Это просто так, ладно. Ой. Спасибо, пас. И вам пас, прекращаем жестикуляцию в чате. Фолы будут розданы сразу после голосования. 3-6 на голосование, 3-6 будут голосоваться именно в таком порядке. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 3? Раз, два. Спасибо, это 2 голоса. Кидьте руки в игрока номер 6, не придерживая руки. Это катастрофа между игроками 3-6 и игрок номер 3, 30 секунд. Ну, типа... Все равно попилимся, повстанем, так сказать. Почему бы и нет? Вот. Ну, как бы я хотел потянуть там 30 секунд, потом подняться с мафом. Но если 7-я черная, то я хотел, мы даже проиграли. Вот. А так 7-й игрок меня крышевал. Блин, что мне мама звонит? Ладно, пас. И вам пас, игрок номер 6, 30 секунд. Спасибо, пас. И вам пас. Переходим ко второму переголосованию. 3-6 на голосование. 3-6. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 3? Раз, два. Спасибо, это 3 голоса. Такие руки у игрока номер 6. Без придерживания, спасибо. Игрок номер 3, вам не поверили крайне. Ну, я же сказала, не с правом, типа, я красная. Ну, реально, я красная. Я красная, я шучу. Я случайно скинула около себя. Я реально случайно. Она сказала не с правом, 6 игрок. Ты чё, говоришь, да? Наверное, ты чёрный. Вот. Но если 7 маф, то я хз. Ну, ребята. Ну, если бы у нас не было этот ёбаный... удаляется, получит свои минус баллы за мат, правильно? Вот, поздравляю, победа красных. Вот, команда черных игроков — это у нас госпожа Эмми, щечки шоколадки и Голд. Вот, спасибо, комиссар игры Сойка. Победа красных. То есть Кубинас сказал на красном такую сдающуюся речь.